Десерт полосатое суфле очень легок в приготовлении. Достаточно приготовить разное по цвету суфле, залить его в форму и дать застыть в холодильнике. Тем не менее, получается десерт очень вкусным. Ниже вы узнаете, как приготовить десерт полосатое суфле, очень нежный творожный торт трех разных цветов. Такой десерт станет отличным украшением праздничного стола, особенно летнего, когда хочется чего-то легкого и освежающего. Десерт получается низкокалорийным, поэтому можно не бояться за свою фигуру. Если вы хотите более насыщенные цвета суфле, можете добавить пищевые красители. Рекомендую брать творог средней жирности, чтобы творожная масса хорошо застыла в холодильнике под воздействием желатина. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Быстрорастворимый желатин залейте холодным молоком, хорошо размешайте и оставьте на 15 минут, чтобы он набух, растворите желатин на водяной бане. 2. Творог смешайте с сахарной пудрой, сметаной и ванилином с помощью миксера. Творожную массу разделите на 3 равных части, одну оставьте белой, вторую смешайте с какао, третью смешайте с вишневым соком. 3. Разъемную форму для выпечки застелите пищевой пленкой, выливайте посередине по 4 столовых ложки каждый вид творожной массы. 4. Затем накройте форму пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 4 часа. Аккуратно переложите суфле на блюдо и разрежьте на порции. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Творог 5%, 300 грамм. Сахарная пудра, 150 грамм. Желатин, 25 грамм, быстрорастворимый. Сметана 20%, 450 миллилитров. Молоко, 70 миллилитров. Вишневый сок, 2 столовые ложки. Какао, 1 столовая ложка. Ванилин, 3 чайных ложки. Количество порций, 6-7. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.